Была ли вообще блокада Ленинграда? Немцы – жертвы гитлеровского режима, а Советский Союз оккупировал Европу. Все это выдержки из учебников с выставки «Разные войны», на которой уже через несколько минут понимаешь, что название соответствует экспозиции как нельзя более точно. При том, что речь-то об одной войне – Второй мировой. Когда во время войны посылали солдатов итальянских в Россию, об этом ничего не сказано. То есть в учебниках, и там практически все погибли, все итальянские солдаты погибли. Там тоже вот жених моей бабушки, тоже его отправили, и он там погиб. И об этом ни слова тоже замалчивают почему-то. В образовательных пособиях из Германии, Польши, Чехии, Италии и Литвы Вторая мировая выглядит совсем иначе, нежели в российских. Историю просто не узнать. В учебниках вы можете найти фразы, которые говорят о значении британской, вернее, битвы за Британию, но вообще не найти упоминания даже о битве под Москвой. Что же касается Сталинградской битвы, то в ней, описывая ее, обязательно указываются огромные потери, которые понесла армия немецкая в этой битве, но не показано ее решающего значения в ходе военных действий. А в Германии, к примеру, в каждой федеральной земле свой учебник истории, но общая концепция все-таки есть. Немцы представляются как народ-жертва. Они народ-жертва. Это народ, который был обманут, одурманен Гитлером и пошел, так сказать, вот на эти страшные кровавые шаги вот именно под воздействием вот этого вот влияния личности Гитлера. В Германии идет так называемая демилитаризация памяти. То есть самого слова «война» нет в названиях музеев и тематических выставок. Даже день начала войны называется у них Международным днем мира. Нынешняя историческая политика абсолютно избегает упоминания о советском народе-освободителе Европы от фашизма, о советском народе-победителе, так как это привыкли слышать и понимать мы. И советские граждане, советские солдаты, они находятся, ну, в категории жертв гитлеровского режима примерно на последнем месте, то есть после европейских евреев, цыган, поляков, гомосексуалистов, психически больных людей, жертв эвтаназии, и где-то там вот внизу списка советские солдаты. Это официальное, так сказать, ранжирование жертв войны, в рамках которого вот осуществляются все памятные мероприятия и так далее. Организаторы нынешней выставки хотят показать, по их словам, многообразие взглядов на исторический процесс, но от конкретных вопросов предпочитают уклониться. 12 февраля американский фонд МакАртур перечислил в мемориал около 4 миллионов рублей. Эти деньги пошли на выставку в том числе, так или нет? Вы знаете, вот это я не знаю. Значит, сейчас могу сказать одно. Нет, точно совершенно, что деньги, которые у нас договор, у нас существуют партнерские отношения с фондом МакАртура, которые сейчас завершаются, потому что фонд МакАртура завершает свою работу в России, уже об этом объявил, но не на эту, точно, что на эту выставку, насколько я понимаю, это точно, что эти деньги не пошли, они пошли на совершенно другие проекты. Похоже, по мнению некоторых критиков, на стремление в очередной раз повлиять на сознание общества в преддверии 9 мая. В учебниках поляков, например, практически ни слова о блокаде Ленинграда и дороге жизни. Поляки воспринимают сегодня Советский Союз как другого оккупанта, пришедшего на смену нацистской Германии. И поэтому все, что касается сражения на Восточном фронте, это сражение между двумя тоталитарными режимами, оккупировавшими Польшу. В Чехии подход иной, там оккупант все-таки это Гитлер. О литовских исторических сочинениях и говорить нечего. Отношения с Прибалтикой, мягко говоря, не в расцвете. И выражение «советский народ-освободитель» в учебниках уж точно не встретишь. Советский Союз, он как бы дал свою как бы вклад в то, что Вторая мировая война была побеждена, но тоже вот как бы есть как бы свои какие-то аспекты для этого, потому что вот, например, вот в литовских как бы вот после Второй мировой войны это не означало окончательную победу для Литвы, это означало, что потом Литва была присоединена к Советскому Союзу, это как бы не совсем была как бы для нас освободительной победой, для кого-то была освобождение, а для некоторых стран это как раз было наоборот еще продолжение неосвобождения.
Политика и история тесно связаны. И, к сожалению, первая влияет на вторую гораздо больше, чем это допустимо с научной точки зрения. Очевидно, что произошел перевод науки истории на политические рельсы. И сейчас история пытается обслуживать нынешнюю текущую политическую реальность. Эта реальность совершенно изменяется, она фантасмагорическая, потому что рождается в умах не научных сотрудников и историков, а в умах политиков, которые, находясь под влиянием стереотипов либо текущих политических потребностей, пытаются соткать новое полотно истории. Вот это и пытаются записать теперь в учебниках в разных странах, исходя из своих собственных представлений о том, как должно было быть. Вполне очень часто именно вот эти мифы, эти псевдовоспоминания кладутся в основу новых глобальных выводов, по которым Россия уже не такой даже и активный участник Второй мировой войны, что само по себе является нонсенсом и оксюмороном. Из столицы выставка поедет еще в Петербург, Кострому, Пермь, Екатеринбург, Ярославль. Так что дискуссия вокруг экспозиции, которая очень уж смахивает на еще одну попытку переписать итоги войны и победы, судя по всему, только начинается. Антон Подковенко, Александр Медведев, Артемий Ченков. Вести.